человеку, блядь, 5. Убедительная просьба. Семьи занятия своим места на ногу. Повторяю, убедительная просьба звучит. Сесть на ногу. Переобулся. Не начали уже.
Вставай, ладно, ничего нормально там. Ворон пустой подаю. Да пробей 8. Ну. Thank you.
Блин, пацаны, Богородский, если вы сегодня играете в ничью или проиграете, хрен вы будете, нет, вы будете вторыми. Играйте, парни. Сань,
Давай! Скажи, с кем я?
Ну,
Пойдем.
Давай, па! Ты чё? Как судит, блядь? Ты заёб уже махать там, блядь! Я не был ничего, чё ты машу, блядь? Сынок, блядь. Из игрока выбегаем, блядь. Я судит по удару, когда наносит удар. Тогда, когда... когда он вперед убежал, блядь. Ну, он... На дне его был, блядь. Нет, фиксируй, что, блядь. По минуту, а, чё ты, блядь, не свистишь, ёбаный в рот, блядь? А? Сынок, блядь, где он хвостом судить, блядь, больше хуя, блядь. Сколько вам Шахтёр заплатил, судьи? Желать которого, блядь. Так потом толкает стену, блядь. Полностью, Жень, блядь. Да хуй его поймёт, Боя! Что? Что ты, блядь, там скатали, Поддержите!
Ну, давай, 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 давай! Удержите мяч, то, бля! Thank you.
кулик мне не надо. Выйди из...
подожди. Черт, да ладно! Ай-яй-яй, блядь! На резде! Сколько карточек? Сколько карточек? Желтый перчик тебе